Итак, за стеклом данной витрины собраны кости тех животных, что проживали в нашем крае 2 миллиона лет назад. Как и на всей планете, на Южном Урале тогда можно было встретить мамонтов, он на верхнем рисунке обозначен, и здесь же его подлинные останки. Это бивни, наполочная нижняя челюсть и зуб. Один зуб и второй зуб. Всего у мамонта было 4 таких зуба. 2 на нижней челюсти, также 2 на верхней челюсти. У него этого вполне хватало. Также проживали на Южном Урале большие пещерные медведи. Здесь нарисовано это животное, а рядом его скелет. То есть это не динозавр, как многие могут сначала подумать, а именно большой пещерный медведь. Конечно, он был внушительных размеров, устрашающий внешний вид имел, но при этом не был хищником. Он питался только растительной пищей. А вот люди на медведя активно охотились, и именно человек стал причиной исчезновения данных животных. То есть мамонты погибли в ходе изменения климата, а медведи, грубо говоря, съели наши далекие предки. Мы пройдем дальше и видим еще одно интересное животное в той далекой эпохе. Это шерстистый носорог, вид современного африканского носорога. Это научная реконструкция животного, то есть таким он в реальной жизни и был. Вырастал в высоту до 1,5 метра, в длину до 4,5 метра. И весь был покрыт густой шерстью. К шерсти в данном случае не носорожья, она была сохранена за столетия до времени. Но шерсть натуральная, максимально похожа по качеству старого шерсти носорога. Thank you.
Спасибо.